В актовом зале специалисты проектно-аналитического комитета Улан-Удэнской администрации. Они отвечают за транспорт, финансы и развитие улично-дорожного хозяйства. Чтобы показатели росли, важно обучать сотрудников и улучшать их профессиональные качества. В администрации города сформированы три команды, три проектные команды по направлению транспорт, финансы и строительство. Это те специалисты, которые отвечают за, наверное, самые важные направления развития города. Работу ведем уже несколько лет. Каждый раз меняются составы, приходят новые специалисты, которым необходимо обучаться. На семинаре были рассмотрены теории управления, разработаны основные этапы подготовки паспорта проекта и стадии его жизненного цикла. Также специалисты подробно проработали вопросы использования полученных знаний на практике. Помогали им в этом преподаватели БГУ, сотрудники Пенсионного фонда России и представители Комитета по проектному управлению администрации главы Бурятии. К слову, в этом направлении они стали лучшими в прошлом году. В прошлом году мы победили в самом престижном конкурсе в России, который называется «Проектный Олимп». Мы стали компетентным проектным офисом и получили награду в аналитическом центре правительства Российской Федерации. Кроме того, мы еще выиграли по математическому моделированию. Мы рассчитывали количество рождающихся и количество необходимых школ и детских садов для города Улан-Удэ и для пригорода, то есть это и Волгинский район, и Заиграевский. Семинар организовал проектно-аналитический комитет городской администрации. Это подразделение создано в 2020 году, чтобы, применяя инструменты проектного управления, более эффективно решать городские проблемы. Руслан Хороших, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.